От масла до акварели, от натюрмортов и декоративных работ преподаватели старались показать всю многогранность художественного искусства. Живые насыщенные краски картин отражают глубину внутреннего мира и восприятия жизни. В нашей школе представлены работы педагогов нашей художественной школы, да, в разных техниках, в разных жанрах, то, с чем мы знакомим наших детей в течение всего обучения нашей художественной школы. А там идут как академические работы, творческие работы, если это живопись, да, свободная, письмо. И также есть декоративные работы. Ирина Горбачева уже много лет работает с юными художниками. Она гармонично сочетает в себе таланты художника и преподавателя. Ирина Васильевна все объясняет подробно, показывает, когда мы что-то не понимаем, исправляет ошибки. В своих работах профессионалы стремились показать начинающим художникам разнообразие техник. Наталья Низенко представила на выставке две свои работы, над которыми она трудилась не один месяц. Вкусная картина «Натюрморт с арбузом» сразу привлекает внимание зрителя и переносит в лето. Такая выставка позволяет ученику увидеть творческое лицо своего учителя, считает Наталья. Дети очень интересно реагируют. Они говорят, когда же мы так научимся рисовать? То есть мы будем учиться, пока не добьемся того, чтобы у нас были такие же картины. Оценить мастерство мэтров изобразительного искусства может каждый желающий. Выставка будет работать до конца октября в детской художественной школе по адресу улица Крымская, 179.